где родился великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Это деревянный дом, который построил дедушка композитора в 1801 году. 212 лет нашему дому – это очень солидный возраст для деревянного жилого дома. Между ними очень большая разница в возрасте – 18 лет. Но, несмотря на это, у них был очень счастливый брак. Они 40 лет прожили вместе в большой любви и взаимного уважения друг к другу. Старший сын – воин, стал морским офицером. И когда старшему сыну исполнилось 22 года, а Софье Васильевне было уже за 40, Андрей Петрович был накануне своего 60-летнего юбилея, когда у них новость в доме, они снова ждут ребенка. Вот тогда и родился Николай Андреевич Римский-Корсаков, которого с любовью в доме будут называть Ника. А... Вот эта рубашечка крестильная, в которой крестили маленького Нику, здесь недалеко. И вот тут на вороте белыми ниточками вышит герб Римский-Корсаков. Вот эта шерстяная распашоночка Софья Васильевна сама связала. Своими считается очень богатым. У нас почти 300 мемориальных вещей, тех вещей, которые принадлежали или к самому композитору, или его семье, которых мы назвали Софи и Андре, как мама и папа. А они здесь не случайно, потому что, когда здесь жила семья Римских-Корсакова, у них у камина стояла клетка с зеленым попугаем Кокоду. Матушка Софья Васильевна научила его петь забавные песенки. Попугай начинал петь, а маленький Ника садился за фортепиано и ему аккомпанировал. И в последней своей опере «Сказка о золотом петушке» Николай Андреевич внесет эти мелодии как лейтмотив гадонского попугая. Эту оперу он напишет в 1907 году, за год до смерти. Он вот эти детские впечатления, которые получил в этом доме среди семьи, он их пронесет через всю жизнь и потом будет все время использовать в своем творчестве. А теперь у нас здесь тоже музыкальная гостиная.
К нам приезжают гости. Вот так играют. Приезжают к нам из Большого театра из Москвы, из Мариинского театра из Санкт-Петербурга, из консерватории, которую сейчас называют именем Николая Андреевича Римского-Корсакова. И вот это его прижизненный это портрет, когда он как раз и был профессором консерватории. Пойдемте в комнату, Маша. Вы немножко отдохнули? Да, конечно. Я хочу даже вечер. Играешь на этом Мусоргский. Все сыграли, давай. Давай. Jestem dyrygentem chóru kameralnego z Oleśnicy. Nasz zespół, w skład naszego zespołu wchodzą sami amatorzy, miłośnicy muzyki. Na co dzień zajmują się różnymi problemami. Wśród naszych chórzystów są lekarze, nauczyciele, pocztowcy. Także nie są to zawodowi muzycy, tylko z miłości do muzyki, do śpiewania przychodzą na próby i wspólnie muzykujemy. Но поскольку в Тихвинском районе было очень много лесу, то землю от леса отбирали. Использовали вот такие вот косари, подсекали кору на деревьях, потом эти деревья высыхали, их срубали. Дерево хорошее шло на древесину, на трава, а сущие коренья сшибали. И такое поле на лесу называлось огнищем. Подсечное огневое земледелие было распространено до 30-х годов 20-го века. Ноги болят. Нет, ноги не болят. Кровь летит. Нет. Он намекает? Нет, ноги твердые были. Скоро бывает. А, зимой точно так. Ну, так как бы цинговским уже. Ну, не то, что мои пенты отпадают. О, хаты. О, ты вообще жидко мне. Да. Дети, мальчики, пастухи. Сначала пастухи, да, девчонки до службы добавили. Давай,
где бомбежка была, и все все дети сгинули 14-го за месяц, 14 листопада, 41-го. Ale to jest sól. Nie, 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 to są fasy. Ale który robisz? Tym był włącz, a tym rób. Włącz tamtym. On nie włączył, chce zdjęcie. A na chce ze mną zdjęcie? Nie, chce ze sobą. Na czysteczko, na czysteczko. Ale to w drugą stronę też. No, usknijmy. Schodzą się. Thank you.
Wierny Pieśniu, Mater Polonia. Gaudę Mater Polonia. Gaudę Mater Polonia. A drugi utwór to będzie niespodzianka. A wtora? Oh.
On był wspaniałym dyrygentem. Założył Filharmonię Wrocławską. Filharmonię w Wrocławiu. Był rektorem Akademii Muzycznej. Wspaniały baryton, on sprzed wojny, wspaniały baryton. I on chór kochał. Lubił kor. Ale jak pokazał, jak należy śpiewać, jak nada pieczyć, tak każdy zna. Spasimy. Дорогий, в атмосковный вечер.
Dajcie, dajcie rodnej Ukrainie, czy to wolnej będzie, czy nie. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, domy. Woń, 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 dzwoneczku, mój stępowy z obroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, domy. Благодатный дом, все святые.
Artysty, też Tychwiniec. On wrożył się niedługo. Tychwińczyk. Wsiwu było 40 lat, miał 40 lat, czyli bardzo młody człowiek. No, zwróćcie uwagę, u niego takie вот работы интересные, потому что он по образованию был архитектором. Он был архитектором с вкształcenia, ale i tak zajmował się palacją. Сегодня будут танцы, еще день.
Шукай вечорами, ти у мене
bycie polskiej racą. Благодарим хор. Yeah.